Привет, сегодня рассмотрим машинку для стрижки в носу и ушах. Изначально было триммер упакован вот таким образом, я покажу на экране. Я его уже распаковал. В комплекте входит колпачок, насадка, входит щеточка и батарея. Батарея очень легко снимается и обратно вставляется. А также вы можете снять для чистки щетку. Мне нравится в упаковке то, что подумали, все вместе разместить, чтобы не было разбросано. Если в дороге вы возьмете триммер, он уже упакован полностью. Что можно сказать про машинку? У машинки роторный DS-двигатель, питание идет от одной батареи, вес составляет всего лишь 80 грамм, есть два ножа, два ножевых блока, вот. Вот они вот таким образом выглядят. Если вам понадобится почистить, есть кнопочка, вы нажимаете, очень легко открывается. Почистили и обратно поставили. Ничего сложного нету. И защелкиваем обратно. Корпус сделан из ударопрочного пластика. Что можно еще сказать? А, кстати, насадку. Насадку используется для корректировки бровей. Две положения есть, больше и меньше. Вы сами можете его регулировать. Мне нравится эта машинка, то что он очень, дизайн очень классно выглядит. Маленький, вес, как я вам говорил, 80 грамм составляет. Ножевой блок, кстати, сделан из нержавеющей стали. Кстати, даю идею то, что если вы не знаете, что подарить, можете триммер подарить, например. Вы этот триммер можете приобрести на сайте zepsus.com, ссылку укажу под видео. Если будут какие-то дополнительные вопросы, задавайте, я с удовольствием вам отвечу. Ставим лайки, подписываемся. Так что всем спасибо, всем удачи. На этом все.